Широки воды Амура. Много сел и городов раскинулось на его берегах, и самый крупный из них – Хабаровск. В ранний утренний час он особенно красив. Город, начинающий свой трудовой день. Году Хабаровск отмечает большую дату – 100 лет со дня своего основания. Но совсем юным выглядит город сегодня. И разве только зеленые берега, молчаливые свидетели вековой истории, напоминают нам о далеких годах. Сто лет назад на пустынном берегу Амура высадилась небольшая группа русских людей. Их было всего 13. Здесь они основали военный пост по охране восточных границ русского государства и назвали его Хабаровкой в честь известного русского путешественника, открывателя новых земель Ерофея Хабарова. Много бурных событий пронеслось над Хабаровском за его 100 лет. В музеях и архивах бережно хранятся исторические документы, свидетели героической борьбы народа в годы Октябрьской революции и Гражданской войны. Особенно дороги документы, связанные с именем Владимира Ильича Ленина. Здесь можно увидеть и письма легендарного героя-дальневосточника Сергея Лазо. Вот она, Волочаевка, известная советской молодежи по старым боевым песням, по рассказам бывалых людей. Становится тихо вокруг, когда один из участников тех героических лет, Александр Павлович Караваев, рассказывает молодежи, как их деды и отцы утверждали советскую власть. И останутся, как сказка, как маячные огни, штурмовые ночи Спаска, волочаевские дни. Теперь кажутся далекими героические годы гражданской войны.
9 летных часов отделяют Хабаровск от столицы нашей родины, Москвы. А совсем недавно, сколько долгих дней нужно было на такое путешествие. Теперь Хабаровск связан с любым самым далеким пунктом нашей страны. И человек, прибывший сюда издалека, увидит современный, благоустроенный город. Непрестанно меняется облик Хабаровска. Рушатся, исчезают последние черты старого. Светлые, просторные здания встают на месте ветхих хибар. Может быть, герои этих дней не так романтичны, как герои гражданской войны, но не менее прекрасны и величественны их дела. Вот бригадир каменщиков Николай Дмитриевич Рубцов. Десятки молодых рабочих обучил он замечательному мастерству – строить дома. Сколько тысяч людей, живущих в уютных квартирах, с благодарностью вспоминают о тех, кто построил эти дома. Все дальше отодвигается городская черта. Тесными становятся старые границы города. На пустырях создаются сады и парки, ухабы и рытвины сменяются лентами асфальтированных дорог. Всюду в городе вы увидите новые дома. Новые дома – это стало главной чертой советского города. В Хабаровске за последние десятилетия построено более 7 тысяч домов. У нас в стране теперь стало обычным увидеть на улице семью новоселов. Много новоселов и в Хабаровске, городе на Амуре. Амур. С ним связана жизнь многих поколений. Седой Амур стал дорогой дружбы между двумя великими державами. В порту разгружаются китайские суда. Они доставили цемент новым стройкам города. Нерушимая дружба связала могучих соседей – Китай и Советский Союз.